В Казахстане за прошлый год по госзаказу было снято 40 телесериалов. Помимо этого было изготовлено рекордное число социальных роликов – 131. Сегодня в Астане министр информации и коммуникации Даурен Абаев рассказал, почему государство финансирует киноиндустрию. Напомним, накануне в кулуарах правительства журналисты попросили главу ведомства прокомментировать качество казахстанских сериалов. Сегодня Даурен Абаев ответил на этот вопрос и рассказал, как в Казахстане намерены развивать отечественную медиасферу. Отечественные сериалы набирают большую популярность. Казахстанцы хотят видеть историю страны и жизнь самих себя на своих экранах телевизора. И это стало возможным. Благодаря государственному информационному заказу сегодня на всех телеканалах транслируют отечественный продукт. Министр информации и коммуникации Даурен Абаев рассказал, почему необходимо снимать наши сериалы. Сегодня только ленивый не критикует госинформзаказ. Звучат предложения отказаться от этой практики, но я могу со всей ответственностью заявить, что этого делать пока нельзя. Полный отказ от государственного субсидирования погубит развивающуюся казахстанскую медиасферу. Даурен Абаев пояснил, что благодаря государственному субсидированию снижается зависимость от иностранного контента. И это, пожалуй, неоспоримый факт. Кроме этого, развивается и сама инфраструктура СМИ. Повышается конкурентоспособность на рынке продакшн-индустрии, а значит, повышается и качество продукции. А это вопрос, который волнует большинство казахстанцев. Также увеличиваются программы на казахском языке в эфире частных ТВ и осваиваются ниши, нерентабельные для коммерческих СМИ. Ярким примером тому служат каналы «Балапан», «Каспорт» и «Ель-Арна», имеющие свою устоявшуюся аудиторию. Сейчас вы понимаете, что частному бизнесу, наверное, будет сложно создавать канал наподобие «Балапана», потому что это требует больших, серьезных вложений, и отдача там не такая большая. «Карасай», «Таймас», «Агынтай» – прославленные казахские батыры. Картина, повествующая о жизни казахских героев начала 17 века. Уже сейчас понятно, что этот сериал не оставит никого равнодушным. Эта историческая картина появилась в свет благодаря государственному информационному заказу. Телезрители смогут увидеть ее в этом году на телеканале «Хабар». Этот сериал является первым историческим экшн-сериалом, который снят отечественным телеканалом. Я думаю, что этот проект будет тоже одной из частей большой программы статей президента Болошакка Багдар «Рухани жаңғыру», потому что благодаря таким проектам в сердцах наших граждан, я думаю, будет реальная модернизация их внутреннего сознания. Всего в 2017 году телеканалом «Хабар» было снято 13 сериалов, Казахстаном – 15, частными ТВ – 12. А это 40 качественных отечественных телесериалов, что в два раза больше, чем в 2016 году. Также в прошлом году был снят 131 социальный ролик. И это рекордное количество за всю историю казахстанского телевидения. Развитие цифрового вещания и распространение бесплатных каналов для казахстанцев – это еще одно направление госинформзаказа. Уже сейчас 100% жителей страны через сигнал Отау ТВ могут бесплатно смотреть каналы свободного доступа. Назымгуль Кумыспаева, Болотбек Табалдиев. Итоги дня.